Вот сейчас мы все ждем, где у Путина кнопка. Где эта красная черта? Он сказал, что красная черта – это разрешение Украине использовать дальнобойное оружие. Вот, хорошо. Разрешение получено. Это красная черта или еще нет? Что сейчас предпримет Путин? Ну, кроме, увы, привычных, смертоносных, массовых атак на жилые дома в Украине. Сегодня погибли ночью 10 человек в городе Сумы, двое детей. 14 лет мальчик и 9 лет девочка. Так вот, это еще не красная черта была, да? Как он ответит? Хорошо, он соберет совещание. Соберет совещание, не знаю, там, с Патрушевым, с Медведевым, с Белоусовым, с кем там еще. Он обещал ударить по любой стране НАТО, если это будет сделано. Вот я сейчас в Литве, в стране НАТО. Это очень близко к России. Живу я в Германии, в стране НАТО. Красная черта. Западные политики говорят, что нет, не перейдет. Я по-прежнему волнуюсь, как бы он не перешел. А что же народ-то? Что народ российский-то? А где у него кнопка? Где у нашего российского народа, а я часть народа, где там красная черта? Они когда? Вот не на Путинке выйдут с плакатами, там даешь ядерный удар, там даешь нападение на страну НАТО. А вот так по правде, по-честному. Где кнопка? Где красная черта? Тогда что-нибудь скажет народ. И, кстати говоря, что он скажет? Мне кажется, что народ искренне скажет: бомби их, Володя. Они будут так рады ошибиться.